Добрый день, уважаемые преподаватели и студенты Института строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Луганского государственного университета имени Владимира Дада. Сегодня очень актуально поговорить о вирусных инфекциях. Коротко о ситуации в ЛНР. Медики ЛНР зарегистрировали 1456 случаев заражения коронавирусной инфекцией в республике. Выписано полностью выздоровевших и с двумя отрицательными тестами на ковид в общей сложности 1102 человека. Пневмония, вызываемая коронавирусом, составляет около 6% от общего числа вирусных пневмоний. Один из вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания, это коронавирус. Коронавирус относится к семейству вирусов, включающих на май 2020 года 43 вида РНК, содержащих вируса, которые поражают млекопитающих, человека, птиц и земноводных. Инкубационный период составляет 5-6 дней, но может занимать до 14. Основные симптомы частые – это повышение температуры тела, сухой кашель и быстрая утомляемость. Также могут встречаться боль в горле, диарея, конъюнктивит, головная боль, потеря обоняния и вкуса и сыпь на коже. В тяжелых формах наблюдается одышка, затрудненное дыхание, боль в грудной клетке, нарушение речи и двигательных функций. Название коронавирус связано со строением вируса. Он имеет шиповидные отростки, которые напоминают солнечную корону. Какие же меры профилактики? Нужно регулярно обрабатывать руки спиртосодержащими средствами или мыть их с мылом. В общественных местах желательно надевать резиновые перчатки. Воздержаться от посещения культурных, массовых и других мероприятий с большим скоплением людей. Избегать объятий, поцелуев, рукопожатий при встречах. Использовать медицинские маски. Соблюдать дистанцию в общественных местах минимум 1 метр. Не трогать глаза, рот, нос немытыми руками, дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым вы прикасаетесь. Что же делать, если у вас появились симптомы заболевания? Оставаться дома. Даже при наличии слабо выраженных симптомов нужно соблюдать постельный режим. По телефону нужно вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства. В вечернее и ночное время можно обратиться к дежурному врачу на скорую помощь по телефону 1503, это логоком или стационарного. Не забудьте сообщить врачу обо всех последних поездках и контактах с путешествующими людьми, о своем возвращении в ЛНР, о месте и дате пребывания на указанных территориях. И не занимайтесь самолечением. Будьте здоровы!